Всем привет, Hapsan Zino Pro. Посмотрим, как камера снимает в темноте. Летим, значит, против ветра. Ветер достаточно сильный. Начинаем подниматься. Как обычно, проблема с батареей. То есть чуть нагрузка побольше. И вот 1,1 вольт батарея просела. Даже до 11 там было. Поэтому далеко не полетим. Потом включу, значит, с карты памяти запись. Снимаем это в 4К. Видно, в принципе, все нормально. Вот в FPV все хорошо. Все, что как бы освещенное, то видно вообще отлично. Там даже видно, что от теплицы на облаках. Пятно такое светлое. Ну вот пролетели 500 метров. Вижу, что батарея как-то, опять же, быстро проседает. Решил полететь назад, чтобы потом ночью не бегать, его там не искать нигде. Ну и ветер достаточно такой сейчас сильный, порывы до 14 метров в секунду. Поэтому летим назад. Ну вот сейчас включу с карты памяти. Посмотрим. Ставьте разрешение на максимум в настройках YouTube. Будем смотреть. Ну вот так вот все это выглядит. Достаточно неплохо. Понятно, что там, если сравнивать с более там крутыми какими-то моделями, там Zina 2 или там DJI, там, то понятно, что здесь ни о чем картинка, но в принципе все видно. Я думал, будет гораздо хуже. Да, есть вот эти все шумы, там нет резкости, но как бы все различимо. По крайней мере, вот с телефона, если смотреть, то вообще классно. Вот смотрите, как полная темнота, только освещение вот искусственное, и как бы при этом, может быть, даже можно было там поиграть с настройками видео, там есть баланс белого там и так далее, то есть, ну, есть настройки, может быть, было бы как-то и получше. Ну, вроде и в автоматическом режиме тоже неплохо снимает. Ну, надо было, конечно, подальше бы полетать. Но вот не будет ветра. Батарейку новую куплю. Придет, точнее, я ее купил уже. Она долго будет ехать. И попробуем подальше слетаем там на 2-3 километра. Ночью. Будет красиво. Все, всем пока.